для вас? Не знаю. Ты что возьмешь, Эл? Не знаю. Дайте мне свиную с молочным соусом и картофельное пюре. Филе еще не готово. Какого же черта, оно стоит в меню? Ты за обеда. Обеда 6 часов, а сейчас только 5. На часах 20 минут 6-го. Они на 20 минут вперед. Ну, черт с ними, с часами. Что же у вас есть? Есть разные сэндвичи. Яичница с салом, яичница с ветчиной, печенка с салом. Дайте мне крокеты из курицы под белым соусом, зеленый горошек и картофельное пюре. Это из обеда. Что не спросишь, все из обеда. Порядок. Нечего сказать. Есть яичница с салом, яичница с ветчиной, печенка с салом, бифштекс. Вот дайте мне яичницу с ветчиной, а мне яичницу с салом. Сэм, яичницу с ветчиной, яичницу с салом. Есть что-нибудь выпить? Лимонад, морс, джинджерель. Выпить, я спрашиваю. Я же вам сказал. Веселенький город, нечего сказать. Кстати, как он называется? Сэммит. Ты слыхал когда-нибудь, Макс? Нет. А интересно, что тут делают по вечерам? Обедает. Все приходят сюда и едят вот этот самый обед. Правильно. Так, по-твоему, правильно? Конечно. А ведь ты умница. Конечно. Ну и врешь. Как по-твоему, Эл? Балда. Тебя как зовут? Адамс. Тоже умница хоть куда, правда, Макс? В этом городе все как на подбор. Вы что заказывали? А ты не помнишь? Яичницу с ветчиной. Ну, разве не умница? Ты что смотришь? Просто так. Это ненарочно, Макс. Нечего тебе смеяться. Нечего тебе смеяться, понял? Ну, ладно. Пусть будет по-вашему. Ты слышишь, Эл, он согласен. Пусть будет по-нашему. Ловко, а? Голова у него работает. Как того зовут за стойкой? Эй, приятели. А ну-ка, выходите сюда оба. А в чем дело? Иди, иди, не разговаривай. А в чем дело? Дело да не твое. Кто у вас там на кухне? Негр-повар. Позови его сюда. А в чем дело? Позови его сюда. Да вы знаете, куда вы пришли? Не беспокойся, знаю. Ну-ка ты, ступай на кухню, позови сюда негра, живо. А что вы сделаете с негром? Ничего. Ну, пошевели мозгами, что мы можем сделать с негром? Сэм, пойди сюда. Что надо? Ладно, негр, стой тут. Да, сэр. Я пойду на кухню. Вот с этим негром и этим умником. Ступай назад, негр. Да, сэр. И ты, умница, тоже. Ну, умница, чего ж ты молчишь? Что вы такое затеяли? Ты слышишь, Эл? Наша умница хочет знать, что мы такое затеяли. Чего ж ты ему не скажешь? Ну, а как по-твоему? Не знаю. Ну, все-таки. Не могу догадаться. Ты слышишь, Эл? Наша умница не может догадаться, что мы такое затеяли. Не кричи, я и так все слышу. Ну-ка ты. Подай немного вправо.
А ты, Макс, немного влево. Ну, сумница. Побеседуем? Так как же, по-твоему, что мы собираемся делать? Ну, так я тебе скажу. Мы собираемся убить одного шведа. Знаешь длинного шведа Оля Андерсона? Да. Он тут обедает каждый вечер. Иногда обедает. Приходит ровно в 6. Если вообще приходит. Так, все это нам известно. Поговорим о чем-нибудь другом. В кино бываешь? Изредка. Тебе следует ходить почаще. Кино это как раз для таких умников, как ты. За что вы хотите убить Оля Андерсона? Что он вам сделал? Ничего, он нас и в глаза не видел. Его видит только раз в жизни. Так за что же вы хотите его убить? Ну, нас попросили. Просто дружеская услуга. Заткнись. Чертовски много болтаешь. Должен же я развлекать своего собеседника. Верно? Слишком много болтаешь. Вон мои лежат связанные. И сами развлекаются. Если кто войдет, скажет, что повар ушел. А если это не поможет, то пойдешь на кухню и сам что-нибудь состряпаешь. Понял? А что вы с нами после сделаете? Ну, это смотря по обстоятельствам. Это увидишь и наперед не угадаешь. Привет, Джордж. Можно поужинать? Повар ушел. Будет через полчаса. Ну что ж, пойду еще куда-нибудь по соседству. Ну разве не умница?